По сути, это первый интернациональный, межконтинентальный челлендж вообще в Ютубе российском. Я готов? Ну что, друзья, как и обещал, видео с Спиряков против бразильского вратаря. Понятное дело, что это носит развлекательный характер, и нельзя всерьез сравнивать вратарей по 5 пенальти и нескольким штрафным, но тем не менее, я думаю, будет интересно даже сравнить их технику. His name is Евгений. His name is what? Евгений. Евгений. Жека. Жека. Мне будет помогать снимать опять Лукас, уже известный всем, поэтому давайте начинать. Спиричу мне надо бить точно так же. Ух, сучок, а! Good save, good save, good save. One point. Доверимся интуиции. Еще раз влево, еще раз влево. И давайте пятый ударим в правый угол. Игла! Неплох, неплох оказался Игорь. Надеюсь, Жека тоже парочку отобьет. Все. Все, вспомнил очередность ударов. Вот, постараюсь Спиричу пробить точно так же. А, Игорь, он выше меня? Он же выше меня, да? Да. Примерно да. На сантиметров 5. Ну, по примерно, ощущению. Примерно, по крайней мере, как по кадру я смотрел. И рука у него больше. У меня вот размер 8, у него по ощущению вся десятка. Вообще, он мне напомнил немножко Гильерми. Такая, знаешь... Которого я встретил в первом видосе? Нет. Немножко Спирич размялся, готов полностью, так что давайте начинать. Первый удар. Игорь, ты бы точно такое не взял, извини. Чтец, Евгений. Я чтец. И жнец, и чтец, и на дуде игрец. А, сука! Блядь! И на дуде игрец. Я думал, по центру будешь бить. Я был уверен, что по центру. Да, блядь! Справедливости ради, первый удар был совсем хорошо. Блядь, без шансов, даже если бы я угадал. Тот удар, который я угадал, ну, но не отбил, тоже хорошо был, прям в шестерку. Это был, ну ладно, я угадал угол. Да. Получается, да. У меня два. Да. Не это... говори мне, сколько взял Игорь. Хорошо, хорошо. Ну, это хорошо. Там у Жунту. А, гора. Здесь я поставил фишку, это ровно 20 метров. Ну, как ровно, я шагами мерил, поэтому может быть плюс-минус метр туда, метр сюда. Я думаю, с этой дистанции надо несколько дать крученых и парочку на силу посмотреть, как он среагирует и так, но... Начнем, погнали! Такой себе удар по центру, на самом деле, удар получился. Хорош, хорош! Уже еще чечечка в бразильскую копилочку, но надо распечатывать его. Спиричу будет тяжело, ой, тяжело я чувствую. Ай-я, понюхай, братишка. Понюхать немножко надо. Есть, туда же его, прикормен угол. Низом хорошо залетает, в натуральном газончике очень хорошо. Иди туда, ёб 9. What? Look at this, look at this. Ну что, последний удар. Посмотрим. Pronto, ready? Ой-ой-ой. Но все-таки красивый прыжочек был от Игорька сегодня. Do you know something like about Russia in general? Oh, I know, I think. Almost all of the clubs in Russian Premier League. Which clubs? Ankar, CSKA, Spartak, Lokomotiv, Dynamo, Rubin Kazan, Tom Tomsky. Is Tom Tomsky? Yeah. Yeah. Tom, вы сейчас представляете, какой праздник в Томске? Вас бразилец знает. It's really cool. I didn't know that actually, so that's nice. Okay, man. Ну вот этот я навряд ли, конечно, повторю удар. Мне кажется, такую девятку очень сложно будет повторить, но примерно то же самое постараюсь сделать. Ой, хорош! Это сам угол. Это сам угол. А,
твоя умница. Вот это было очень здорово. И это было... Ну что, Евгений? Я не знаю, какой результат показал Игорь. Мне стыдно только за первый штрафной, который, ну, я должен был такое брать, я знаю. Но там ты положил 6, хорошо, а здесь ты положил... Извините. Жек, ну огромное спасибо, что смог сегодня подсняться со мной. Я с удовольствием, честно. Я очень люблю такие зарубы, где надо прям... Где ты не знаешь до того, как посмотришь, кто же выиграл. И до сих пор не знаю, кстати. Если вы думаете, что Леха мне что-то рассказал, ни хрена не рассказал. Я реально понятия не имею, сколько отбил Игорь пенальти, сколько он взял штраф. Это правда, друзья, это честная правда, я ничего не рассказывал. Знаешь, что меня впечатлило? Что меня впечатлило, то, что Игорь многие ваши удары прям намертво ловил. Да, да, было такое. За счет того, что... Мне кажется, за счет того, что у него лапа огромная. Ну, типа, чуть-чуть попроще. Ты не берешь факт, что перчатки колы не только ты намазываешь? Брат. Сука какая, он смотрит мои видео. Подписывайтесь на Игоря, ссылочку на его инстаграм я оставлю в описании. Say last words to my friends. Last words to your friends.